Всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем играть в игру Зомби-цунами, и мы на волне. Наши три зомбачка, уже четыре, уже пять. Будем увеличивать количество зомбаков. Так, а у нас там же этот самый, нужно на максимальной волне 15 секунд продержаться. Что-то я забыл. Ага, у нас же задание. Было такое, да, использовать цунами. А, 9 секунд осталось. Ах, надо было. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо было мне продержаться максимально. Ну что ж. А у нас сегодняшнее задание ежедневное. Что-то с бумерангами связано. Типа ловить бумеранги нужно. Ага, а как их ловить? Опа, словили. Хорош, 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 хорош. Опа, словили. Три бумеранга из 35. 35 бумерангов надо словить, нифига себе. Ну да ладно, словим. Это наше сегодняшнее задание ежедневное. Да. Ежедневно мы получаем задание. О, бумеранг, давай. Опа, словили. Хорош. Но мы сегодня должны выполнить это задание. Опа. Еще один бумеранг, смотри. Ох, ну можно было этот автобус сломать. Ну да ладно. Ничего страшного. Ловим тогда бумеранги сегодня. Так, все, закончились бумеранги. А, нет, вот он, смотри, летит. Летит бумеранг, есть еще один. Ну все. Будем выполнять сегодняшнее задание. Опа, есть, ловил. Так, что кто у нас там? А, гигант. Большой-большой гигант. Опа. Сегодня мы выполним задание по бумерангам. Вот летит еще. Оп, готово. Ой, башкой стукнулся. Ай-яй-яй, аккуратно, аккуратно. Гигантик, давай, уничтожайте все бомбочки. О, машинку уничтожили. И все бомбочки. Так, птичка уже все, у нас закончилось, да? Это получается время. Опа, прыгаем. Аккуратно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, монетки. Монетки собрали. Ой-ой-ой-ой, нет! Три. Ой, хорошо, толпа людей стояла. Воды. О, и бумеранга скоро. Мы... Ой, потеряшки у меня там сзади были. Ладно. Туда еще, кстати, монетки забирать. А при выполнении этого челленджа, да, сегодняшнего бумеранга, нам дадут бриллианты. Ой, упали мы. Да, как нехорошо. Нехорошо упали. Ну что ж, пришло то время, когда мы можем купить в магазине место для второй птицы. Ребята, дополнительный слот мы покупаем за 140 бриллиантов. Так, купили, и теперь мы сюда можем поставить машинку. О, машинку. Зомбоптица, давайте ее поставим. Надеть прикид. Вот, но можно еще и объединить. А как это у нас объединение-то происходит? Вам нужно две копии птиц-зомби максимального уровня и одной и той же степени редкости, чтобы объединить их. Понятно. Нифига себе. Офигеть. Ладно. Ну что ж, 23 монетки, 23 у нас этих самых нету. Ладно, поехали. Поехали, играем. Ух ты, мы на цунами начинаем игру. А у меня как раз ачивочка-то. А у меня-то ачивочка как раз есть, которую нужно выполнить. 15 секунд нам нужно простоять на волне максимальной. Есть. Все, есть, хорошо, успели. Успели мы это сделать, выполнили. И у нас, ребятушки, летают две птички. Две птички и невелички, которые нам будут реально помогать. Да. Так, а мы тут... Кушаем сейчас добряков. Давайте, птички, помогайте, что-нибудь делайте. Так, одна птичка у нас будет превращать в монетки. Всякие штуки-друки. Машинки. Но она как бы не всегда это делает, но... Надо ждать. Опа, есть. Давайте сломаем автобус. И у нас сегодня еще ежедневное задание. Нам нужно собирать бумеранги. 15 бумерангов мы уже собрали. Осталось еще 20 собрать. Опа, все. Харе. Птичка, ты что, не помогаешь нам? Видимо, ее нужно прокачивать. Да. Будем прокачивать нашу птицу, и она будет более чаще срабатывать. Ладно.
Опа, бумеранг есть, готов. Так, давайте здесь монетки заберем. Опля, машинка наша, забираем. Бомбочки. О, что здесь будет? Гигант, мы взяли гиганта. О, мощный гигант, который будет. Иди собирать все монетки. Отлично, отлично, гигантик. Работай. Хорошо, мы сейчас много-много зомбачков наберем. Опля. Так, птичка начинает работать. Ладно. Всего лишь она там 15 секунд отработала. Мало. Так, ё-моё. У меня очень мало уже этих зомбачков стало. 3 зомбака. Да ё-моё. Птичка, ты чё не работаешь-то? Должна бомбочки превращать в монеты. А она это не делает. Ладно. Будем... А, мы сейчас это, кстати, мы должны бриллианты заработать, знаешь как? Мы сейчас, получается, выполняем челлендж ежедневный. Половали вот этих вот... А, ой-ой-ой-ой-ой, чуть не упал. А, все, взорвался я, ё-моё. Всем привет, друзья, вы на канале Dodo Play, и мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. Так, ну у нас задание остается прежнее. Так, получается, нужно собрать бумеранги. Ну, осталось чуть-чуть собрать. Поэтому мы потихонечку будем играть. У нас еще задания, ачивочки там новые появились. О, еще один бумеранг. Есть, словили. Так, а ачивки такие. Нужно выиграть приз, ну это понятно. А сделать 15 двойных прыжков с помощью ниндзя. 15 двойных прыжков с помощью ниндзя. Хорошо. Опа, аккуратненько провалились половинка у нас чувачков. Ну да ладно. Так, все монетки собрали. Ой, скоро-скоро, ребятушки, мы все бумеранги соберем. Опа, о, толпа людей, хорошо, спасибо. Отлично. Так, бежим дальше. Опа, бумеранг. Осталось 7 бумерангов собрать. И надеюсь, мне дадут побольше алмазиков. И мы попробуем открыть новую птичку. А, есть. Опа, сплавили бумеранг. Главное бумеранги ловить. Все, 5 бумерангов осталось. Ой, птичка сработала наконец-таки. Долго, конечно, мы ждали, когда сработает птичка. Птичка наконец-то сработала. Ну, что-то как бы... редко она работает, поэтому мне придется, наверное, птичку эту заменить. Посмотрим, какую птичку мы еще откроем. Поэтому вот как-то так. О, машинки, отлично. Есть. Так, осталось совсем чуть-чуть. 3 бумеранга словить. Хорошо, что они часто попадаются, эти бумеранги. И мы их можем... О, еще последний бумеранг. Ах, пропустили мы бумеранг, ладно. Ждем. Это будет еще один. А, вот еще один бумеранг. Есть, словили. Есть, победа, видишь. Эти штучки. Фейерверк был небольшой такой. Конфетти было. Значит, ачивку мы выполнили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 3 зомбака у нас осталось. Один? Один зомбак? Вы что, серьезно, что ли? А куда все мои зомбаки делись? Ладно. Оп, ах, не словили мы. Ёлки-палки, так главное не умереть здесь. Здесь главное не умереть. О, еще один, хорошо. Еще два зомбачка. О, прыгашки. Ну, тут бы я всех бы зомбаков бы потерял бы, наверное. Балун. Ой, балун. Ну, ладно. Балун так балун. У меня воздушный шарик. Вот такие у нас большие стали зомбаки. Так, один взорвался. Ай, не съел я. Ладно. Ой, еще один взорвался. Последний мне остался. Чувачок. Так, ладно, летим. Ай, взорвались мы, все. Все повзрывались. Ну да ладно. Так, мы выиграли ежедневную миссию 15 бриллиантов. Офигеть, просто офигеть. Заходим в магазин, у нас 38 бриллиантиков. И давайте купим новую птичку. Так, купить яйцо крайне редкое, очень редкое, редкое, достаточно редкое, часто. Так, а почему у нас крайне редкое горит? Ну давай попробуем, купим. И открываем, что у нас тут будет. Ух ты, какое красивое яичко, супер яйцо.
Ох ты, кто это такая? 50% шанс вызвать два ангела в конце игры. Двух ангелов в конце игры берем. И мы надеваем прикид. Заменяем на этой птичке. Все. Поехали. Посмотрим, что эта птичка нам будет давать. Гигантская, прикольненькая, красивенькая птичка. Отлично. Значит, если мы будем умирать, она даст нам какое-то восстановление. Якобы. Ну, сейчас проверим, сейчас посмотрим. 50%. 50% это хорошо. Это очень неплохо. Ну ладно, подождем сейчас, когда она сработает. В конце. Когда мы будем уже умирать. Когда мы погибнем. Ух ты, толпа целая, представляешь, как хорошо. Так, и тут тоже чувак какой-то сидит. А, у нас там еще ачивка есть, ребята. Нам нужно выиграть в лотерейном билетике. Поэтому нам нужно очень много мозгов. Ну, будем собирать чувачков всяких разных. Ладно. Оп, прыгаем, аккуратно. Так, сейчас добряка сели. Ох ты, сразу два зомбака у меня взорвалось. Ладненько. Так, машинка. Прыгаем. Аккуратно. Так, тут не хватит у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все проблемы. А, нет, один остался. Господи. Хорошо. Один зомбарек у нас остался. Живой. Так, мне нужны ниндзя. О, да, ниндзя. Нам теперь нужно двойные прыжки делать. 15 двойных прыжков. Это очень много, поэтому будем стараться сделать сразу за один присест. О! Так, так, ну не всех съели, конечно. Есть! Да, двойные прыжки выполнены. Хорошо. Я боялся, что не успею. Но мы успели. Есть одна ачивочка. Хорошо. Так, машинки. Бомбочка. Ай, взорвались. Ладно. Ой-ой-ой. Так, сейчас мы будем проверять птичку. Сейчас, я думаю, мы далеко не проедем здесь. Не пробежимся. Ну, проверим нашу птичку. Ой-ой-ой. Машинок много. Так, три зомбака. Бежим. Очень ускоряется игрушка. Очень быстро стали бегать. Так, а тут что? Гигант. Большой гигант. О, аккуратненько нам нужно. Так, бомбочки взрываем. Все взрываем, все, что можем. Все, что видим. Отлично. Так, три зомбака. О, спасибо. Отлично. Так, здесь не хватит нам. Потеряли одного. Да ёлки-палки. Что будешь делать-то? О, толпа людей. Машинка. Отлично, отлично. Уже 8 зомбарей у нас. Все, бежим дальше. Ой-ой-ой-ой. Прыгаем. Прыжок. Еще прыжок. О, нифига, мы уже монет сколько собрали. 250 монет. Ах, один взорвался. Ой-ой-ой, прыжки, прыжки вонючие. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. О, что здесь у нас? Дракон. О, это хорошо. У меня дракон классный, он уже умеет. Значит, получается, стрелять. Ну как, дышать вот этим огненным. Ну, он даже не огненный какой-то, голубого цвета даже. Газ какой-то, что ли. Во. Мы еще летать умеем. Отлично. Ой-о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 й. Ну, давай. Сработаешь. О, сработало. Ага, хорошо, двое. Отработала птичка, молодец. Молодец, птичка. Не зря я ее купил. Ох, но все равно мы не допрыгнули. Да.
Ладно, а давайте заберем ачивочку, и у нас бутылка духа Франкенштейна открывается, и там мы разблокировали шляпу, еще и 2000 монет. Все, взять, забираем. Так, переверните первые три машины. Ага, первые три машины нам нужно перевернуть. Это интересно, как это я буду делать. О, выиграть. Вот третий я, ребята, выиграл. И у нас новая ачивка. Заходим в задание. А, нужно все равно, да, поиграть? Хорошо, играем. Первые три машины перевернуть. О, хорошо, что мы на зомби-цунами. Что мы на цунами находимся. Первые три машинки мы перевернем. Так, одну машинку перевернули. Так, осталось еще две. Две машинки перевернуть. Так, автобус, интересно, считается за машинку или нет? Сейчас мы это проверим. Так, главное машинки не пропустить. Так, о, автобус считает... Нет, автобус не считается за машинку, понятно. Ладно. Ищем машинки. Нам еще две машинки надо перевернуть. О, толпа какая, хорошо. Хорошо. Нам нужно максимальное количество зомбаков держать. Чтобы машинку можно было перевернуть. Так, ё-моё, где машинки-то все, а? Вначале всегда машинок было много, а сейчас вообще нету машинок. Странно. Так, ну это же не считается машинки. Мы их как бы не переворачиваем, мы в них врезаемся. Да что ты будешь делать? Смотри, ни одной машинки нету. Где машинки, ребята? О, гигант. Гигант, это хорошо. Гигантикус. Ну, машинок пока что не вижу я. Будем ждать машинки. Ой-ой-ой. Так, танк. Ну, мы танки перевернули. Ага. Смотри, как назло машинок нету вообще, представляешь? Офигеть, у нас 20 зомбаков. Так, вертолет. А, все соберем машинки, да? Ладно. Так, 10 теперь у нас. Так, нет, танк мы не смогли. Не сможем. О, тут два танка. Ладно. Нет, самолет, конечно, мы не осилим. Что самое интересное, вообще пропали машинки. Опа, кто это? НЛОшка. НЛОшка. Ты подумай, вообще машинок нету. Было же много машинок обычно всегда. Опа, что это было вообще? Алло. Я один теперь бегаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Так, два нас теперь. Ну вот вонючие машинки пошли, а? Когда нас мало человек стало. Ну это специально как-то все сделано, разработано. Чтобы мы не выиграли. Ачивку не получили. Ой, все пролетели, давай. Сработай. Нету? Не получилось у тебя? Да. Так, ну давайте возьмем. Уничтожьте 10 объектов с помощью гигантского зомби-лазера. Хорошо. Ну что ж, на этом будем заканчивать наверное серию. Всем большое спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Добавляйтесь, друзья. Всем пока-пока.